Бороться со скользкими улицами уже следующей зимой будет и дешевле, и проще. Вместо того, чтобы запасаться противогололедным бионордом, который привозят из Перми, городские власти договорились о производстве подобного реагента в Самаре. Также завод «Самара Химтехнология» будет производить дорожный шампунь. Рассказали о том, какие потребности есть у города. Они хотят делать альтернативно, не так, как в Перми. Так как нам необходимо локализовать ресурсы, которые есть на территории Самарской области, именно поэтому будет браться другая технология. Технологию планируют брать из Германии. Совместно с руководством предприятия был составлен план-график работ по запуску химического производства. От создания рецепта до испытаний продукта на дорогах в реальных условиях должен пройти год. Постановка производства, она требует времени, тем более, что мы рассчитываем, что это будет именно крупное производство, которое не только на Самару будет работать, но и на другие города. Вот, у меня все-таки просьба посмотреть, проанализировать с руководством предприятия возможность сокращения сроков. Также первый вице-мэр отметил, что этот проект является стратегическим, поэтому он получит максимально возможную поддержку. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.